Всем привет, друзья, с вами Тима, и это новый ролик по деревне строителя. В данном ролике я вам расскажу, какие у меня изменения вообще на базе, какие тактики я сейчас использую, и, в общем-то, что мне не нравится сейчас в балансе на этой деревне. Ну и самое первое изменение — это то, что я перестроил свою базу. Повлекло меня на это то, что мою прошлую базу начали брать на 100%, на 90%, и в итоге я поставил вот эту, и знаете, она мне действительно понравилась, потому что максимум с нее брали 80%, 2 звезды. И при этом это топ войска против вот такой вот прокачки. Меня это устраивает. А в основном самое такое интересное, то что бывает такое, что берут всего одну звезду или вообще ноль. То есть 50% атак 2 звезды, 50% атак 1 звезда. Кому нужна эта база, скриньте, пожалуйста, вот она. Насколько вы знаете, я очень люблю играть дракончиками. Но мне это все надоело, я взялся за это. То есть я прокачал варваров, играю дальше дракончиками. Прокачал лучниц, играю дальше дракончиками. И я за это все взялся вчера, то есть сначала я построил базу нормальную, после я начал учиться играть миксом. Насколько вы знаете, есть микс 4 лагеря бомберов и 1 лагерь... Ой, вернее, 4 лагеря варваров и 1 лагерь бомберов. Но я переделал этот микс, потому что бомберы у меня не прокачаны. В итоге микс у меня выглядит 3 лагеря бомберов и 2 лагеря лучниц. И этот микс мне нереально понравился, потому что я беру сотни процентов, 90 или же 70%, но при этом точно 2 звезды. Вы не поверите, но вчера у меня было 3800 кубков. Я понял, что я начал нубить и просел аж до 3800 кубков. Поэтому я взялся за это все. И то, что я сказал ранее, я все это сделал, построил базу и начал учиться играть другими войсками. И вот вам результат, я за один день поднял 300 кубков. Специально вам показываю ход атак, то что я все это сделал вчера. То есть все победы, 12 часов назад, пожалуйста, я атаковал. И смотрим, играл против ведьм фул уровня. 53% с меня взяли, я взял 82%. Микс мой вы видели уже, 60 варваров, 20 лучниц. Вот с меня взяли топ войсками, 50%, там есть 3 гига еще. Тут варвары тоже, бомберы и гиганты, 53%, я же взял сотню процентов. Выше у нас 95% я взял, с меня топ войсками 77%. Это, конечно, много, но я взял 95%, поэтому я и победил. Выше 87%, а с меня взяли всего 35%. У него герой на прокачке, и вот так вот он всего взял 35%. Я был очень рад, а при этом я взял 87%. Выше это топ дракончики 79% и 1 звезда, заметьте. Поэтому я и переключился на другие войска, то что дракончиками берется всего 1 звезда. Выше у нас фулл лучницы 61%. Так, дальше, миньоны 69% с меня взяли. Так, я же беру вот 77-74%, тут опять 77%, но тут уже смотрите, фулл гиганты, фулл лучницы, бомберы почти фуловые и 61% всего. И последняя атака вчерашняя у меня... против оппонента с фулл бомберами и фулл варварами. Он берет 77%, я беру 95%. По мне так результат налицо. Давайте посмотрим для начала один повтор, и в данном повторе вы увидите смысл моей атаки, так скажем, смысл моего микса. Самое первое и основное, что мы делаем, это выбираем сторону захода. Я выбрал именно верхнюю часть, потому что тут стоит гигантская пушка и также дробильщик. Ничто так не мешает, как гигантская пушка. У нее, во-первых, сплэш, и также гигантский урон. Поэтому самое первое, что мы делаем, это почищаем путь гигантской пушке и дробильщику именно варварами, потому что у нас их полно, а лучниц не очень много. В общем, для начала мы почищаем путь до этих строений, после уже будем выпускать лучниц. Немножечко ускорим и увидите, что я буду дальше делать. Итак, мы сносим два лагеря. Тут я решил уже нападать лучницами. Скидывал именно по две штуки, потому что мы снесли аж по два строения четвермя лучницами. Также почищаю нижнюю часть. И уже потом можно скидывать на дробильщика и также на гигантскую пушку. У меня есть еще 7 лучниц, поэтому мы точно их ликвидируем. Дробильщика почти не остается, я накидываю туда еще 2 лучницы, также 2 лучницы на башню лучниц, которая неактивна. И все, нам остается дождаться, когда мы уничтожим гигантскую пушку. И тут пошла жара, я скидываю героя, конечно же сразу его прожимаю. И смотрите, что я теперь делаю. Как я скидываю варваров. Это делано специально, чтобы они бежали все по кругу, и деф отвлекался на них, также чайник отвлекался. И что у нас получается в конце?
Дефа практически не остается, почти дохлая башня лучниц. Дробильщик, конечно, шикарного уровня, поэтому герой его очень долго долбил. И все, дефа как бы не остается. Благодаря тому, что я выпускаю как-то так варваров, они кучно не попадают на большую бомбу. Это самое первое основное. Также их не долбит сплэш урон. Не, конечно, долбит, но небольшую кучу варваров. В этом заключается плюс то, что герой танкует от сплэш дефа. И как-то так у меня в основном проходит атака. Давайте направимся в одну атаку. Не знаю, получится ли нам выдержать деф, так как у нас караульная стоит на прокачке. И сможем ли мы вообще взять две звезды с нашего оппонента. В общем, увидим. Провел я, значит, одну онлайн-атаку, и по кубкам вы видите, что я слил. Не просто так, база у него довольно была серьезная, но опять я выбиваю почти 80% и 2 звезды. Он же с меня берет 100%, потому что караульная у меня стоит на прокачке, и это первый раз, когда меня взяли на 100% именно эту базу. У вас, возможно, будет другая база, поэтому я не знаю, как она будет держать, но вот этим миксом можно атаковать. Караульная как бы заманивает варваров, и дробильщик бы уничтожал их, но так как караульная не активно, поэтому он с меня взял 3 звезды, целых 80 варваров, конечно, он возьмет с меня 3 звезды. Поэтому больше онлайна так не будет. Ну а чтобы вы точно поняли, как я играю этим миксом, я покажу вам еще один повторчик. Ну вот, сделал еще одну атаку, вернул кубки, играл против перекачанного оппонента, потому что там была уже 6-я пушка, и сами видите, то что у него уже 12-й герой, фулл войска, и он взял всего 40%. Как так просто возможно? С моей базы 40% и 12-й герой. Ну ладно, неважно. Главное, что я победил и взял с него 2 звезды. Процентов, конечно, маловато, но главное, что я победил. Полноценные онлайн-атаки я вам покажу после того, как у меня освободится строитель, прокачается караульная, и там мы уже поатакуем целый ролик, будем делать только онлайн-атаки. Но сейчас я вам покажу довольно-таки интересный повтор. Да, база была простая, поэтому это 100%. И, в принципе, неплохая атака, немножко она, конечно, продумывалась. Но на сегодня я с вами прощаюсь. Кому интересно, смотрите этот повтор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.